В ремонте микроволновка Panasonic, ее модель NN, потом S215WF. С полом, ну как бы она работает, только при включении не крутится тарелка. Внутри тарелка не крутится. Вот этот ролик не крутится и, соответственно, не крутит тарелку, поэтому еда подогревается с одной стороны. Поломка несложная. Если мы перевернем, то и если не ремонтировалась ни разу микроволновка, в смысле не менялся, если здесь двигатель, то здесь будет так, вот такая крышка, которую нужно выкусить. То есть она вот здесь вот на вот таких маленьких зазубринках держится. И получается просто кусачками в четырех местах откусываем. Крышечка вынимается, и у нас вот здесь прикручен, вот так вот прикручен двигатель на один винтик. Винтик откручиваем один, и вторым ухом он просто вот тут заходит в зацепление. Его немножко проворачиваем и вытаскиваем. В общем-то и все. Проверяем, есть ли здесь напряжение. 220 вольт сюда приходит. Проверяем очень просто. Подсоединяем. Я подсоединил тестер. Вы можете просто лампочку сюда 220 вольт подсоединить на проводочках. Ну и включаем. Напряжение идет, а двигатель не крутится. Ну все, они или с другой сломанной у кого-то вы увидели, или покупаете двигатель привода тарелки, микроволновки, покупаем, ставим другой, и все, больше ничего не нужно. Единственное, что раз вы так, оно стояло вот так вот, вы его выкусили, теперь переворачиваете на другую сторону, находите винтик, который бы вот сюда вкрутился. И он тут заходит, вот получается, вы перевернули, и тут есть специальные прорези, куда эти ножки вставляются, а с этой стороны на один винтик. И все, больше ничего не нужно, так что обратите на это внимание, очень удачно и очень легко самостоятельно решить эту проблему. Повторяйте и подписывайтесь на канал. Для меня это важно, потому что как вы, так и другие люди могут смотреть канал, где могут самостоятельно решать многие проблемы. Если вы подпишетесь, то сможете дальше продвигать мой канал. Если вы как-то делаете по-другому, напишите, как вы решаете такую проблему. Ну и хотел пожелать всем мира. Увидимся на канале.